момент вы наблюдаете картину разбитой техники украинской хунты. Эта техника пришла сюда уничтожать мирное население, а никаких не террористов, даже не солдат. То есть расстреливались плотно регионы, где проживает мирное население. Вся картина видна здесь вокруг, расстреливались дома, жилые сектора, инфраструктура. То есть, скажем так, люди, которые приходят воевать к нам, они получают адекватный ответ на все это. Вот он стоит, этот ответ. Сзади нас стоит танк, который присылает сюда киевская хунта, чтобы уничтожить мирное население. Можете посмотреть картину вокруг, это подтвердит, что они уничтожали здесь мирное население. Обратите внимание на дом. И после этого можно сразу сделать выводы, каким образом сюда заходили войска и что они здесь уничтожали. А когда здесь бой был, ну, по времени? Бой здесь был последние 2 недели назад. Зачистка была полная этого региона неделю назад. Здесь украинская хунта потеряла основную массу своих солдат, своей техники. Картина здесь просматривается очень плотно, то есть это не единственная единица, которую здесь спалили. То есть здесь спалили плотное количество техники, очень много техники просто перешло в Министерство обороны ДНР, это около 35 единиц. Здесь в основном проводились бои участниками боев, участниками славянских подразделений, это 1-го славянского батальона и сопутствующих других подразделений, в том числе и оплота. Что мне делать? Хаты, 2-3 хаты горели, сарай погорели, все, нема ничего, сам голый, это что есть, на мне, вот это и все, больше ничего нема. Я в Украине видный, а все плачу, людей, давайте разбегать, хоть выкатить только семя, ни трон нема, закрыть, не крутить, не знаю, где я брать, что я брать, до кого ты обращаешься, жить хотел я. И уже 80 годов уже. Как село называется? Село Петровское. Это гады приехали, вот у нас не разрушили ни подпорки. Хлопцы, что вы робите? Что вы робите? Уберите это, дед, мы уберем. 3 команды пришло, прибило слова на червя, я матом пришел. Дед, не лайся, мы это уберем. Пригнали. Вот экскаватор, машину, я молодой, как то для чего рыть? Он сарай один, мазин, дед, мы заховаем. Дивись, и тут начали рыть. И тут, а ну, 3 КамАЗа, и все, там мы забрали от цель снарядов. Усе вкидали в ту яму. Ну я побег втекать, я не мог ничего. Я как выскочил с хаты, в машину клянув, и поехал на Торесник, я тогда на Тандрох. Кое-как доехал, гроши выкидал, усе, ну, дорога пошла 5 тысяч на Тандрох. Вот это так, где я живу, жить, не знаю, до кого обращаться, где я могу піти, кто може помогти мне це. Находимся сейчас на мемориале Саур-Могила, некогда один из самых прекрасных памятников Второй мировой войны, превращен нацистами в руины. Средь боеприпасов, а также...